Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 686 упражнение. Это диктант. Необходимо списать, вставить пропущенные буквы, обозначить спряжение глаголов. Давайте выполним. Работа и мучит, и кормит, и учит. Мучит, кормит, учит – второе спряжение. Кто труд любит, долго спать не будет. Любит – второе спряжение, не будет – первое спряжение. Не с глаголом пишется раздельно. Третье. Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. Болеет, здоровеет. Первое спряжение. Четвертое. Напишешь пером, не вырубишь топором. Напишешь первое спряжение, не вырубишь второе спряжение. Пятое. Всякая работа мастера хвалит. Хвалит. Второе спряжение. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.